Итак, это исторический видеоролик с уклоном в экономику на тему экономики Руси в период феодальной раздробленности с 12 по 15 века. С вашей стороны, господа и дамы, было много запросов на тему создания нового подобного видеоролика. Признаюсь честно, я уже и не помню, когда выкладывал последний раз подобный исторический видеоролик с уклоном в экономику, но думаю, следовало бы вновь эту рубрику возобновить, чтобы у вас формировалось экономическое понимание истории как таковой. Почему? Потому что то, что мы с вами переживаем сейчас, так называемую деглобализацию мировую, планета Земля переживала ее очень много раз на теле своей истории. Я могу банальный пример, что Россия – это наше с вами отечество, наша с вами Земля, которая носит в себе очень бурную историческую модель. До формирования Российской Федерации, до формирования Союза Советских Социалистических Республик, до формирования Российской империи, до формирования Русского царства Ивана Грозного была феодальная раздробленность. До феодальной раздробленности была Киевская Русь или так называемое древнерусское государство. Проблема заключается в том, что при экономике Руси в период феодальной раздробленности было полноценное влияние на экономику Северной Евразии со стороны Монгольской империи. Если забегать немножко наперед, я бы хотел озвучить пару мыслей по отношению к Монгольской империи. На самом деле, любая империя имеет свой цикл существования от заката до рассвета. Фактически, Монгольская империя и распалась чисто по тем признакам, по которым распалась Римская империя, просуществовав фактически 10 веков. В период завершения существования Римской империи Рим начал откровенно забивать на ситуацию в периферии, где росло оппозиционное отношение региональных властей по отношению к центральной римской власти. Аналогичная проблема была фактически и в Монгольской империи, которая развивала исключительно свой политический центр, а на периферии как таковые забивала. В принципе, это забивание привело к тому, что началась формироваться, скажем так, суверенная региональная экономика в составе Монгольской империи. На западной части Монгольской империи, которая называлась Русь. Так вот, на рубеже 11-12 веков единое государство под названием Киевская Русь распадается на целый ряд отдельных самостоятельных княжеств и земель. С этого времени, как нам неоднократно писали разные летописцы, что было отображено в нашей с вами истории, никто из князей Рюриковичей не держит власть на всех русских землях, это необходимо учитывать, и не является самовластцем земли русской. Наступает период феодальной раздробленности, борьба за власть, борьба за логистические пути, борьба за влияние как таковое на территории бывшей Киевской Руси. И закономерный исторический этап охватывается в 12 по конец 15 веков. Господа, давайте с вами поговорим про причину феодальной раздробленности. Причина феодальной раздробленности Киевской Руси связана, с одной стороны, с особенностями социально-экономического развития земель русских, а с другой стороны, с общими закономерностями развития феодального способа производства, проявившимся не только в истории России, но и в истории мировой экономики как таковой. Первый важный, который я хочу затронуть, определяющая черта феодального строя, это господство натурального хозяйства, когда экономика представляет собой фактическую совокупность замкнутых хозяйственных единиц. На Руси такой формы организации производства были вотчины, которые функционировали по принципу самодостаточности. И вот, к примеру говоря, в вотчинах производилось все необходимое для обеспечения материальных потребностей жителей населения, я имею в виду. И этот фактор обуславливал слабость, нерегулярность хозяйственно-экономической связи между вотчинами и между отдельными княжествами. То есть, чуете, дезинтеграцию как таковую. Второй момент. Другая общая закономерность феодальной экономики – это процесс самой концентрации хмельной собственности в руках господствующего класса. Когда вся большая земля русских ресурсов, земельных русских ресурсов становилась наследуемой, что вело к продолжению захвата феодалами общинных земель, их стремлению получить больше власти на местах, то в Киевской Руси крупные феодалы, помимо обояривания, грубо говоря, ну скажем так, земель
закабаляли смердов-общинщиков, увеличивали оброки, повинности, прилагали все силы к тому, чтобы самолично получить с них штрафы, они раньше назывались виры, и вершить над ними суд. Ну, проще говоря, самодурство, самовластие воочию. Это привело к противоречиям в обществе. Кто-то был за, кто-то был против. Традиционная проблема. Третий важный фактор. Следствие этих противоречий – это иммунитетные грамоты, которые выражают согласие на невмешательство великого князя в дела вотчины. Хотя требование, откровенно говоря, и было зафиксировано «Русской правдой», книгой экономических учений, но оно фактически не совпадало с интересами крупных земельных собственников, и бояре во многом получали отказ от службы великому князю. Они не были за то, чтобы ему повиноваться, ему как-то служить, ему как-то угождать. Отсюда конфликты появлялись между центральной властью и боярами, ну, так называемой периферией. То есть появлялись некие политические башни, которые друг с другом конфликтовали. И стремление бояр к сепаратизму и скорейшему получению политической и экономической самостоятельности, их поддержка сопутствовала стороной уже местной власти. То есть внутри общества разгорался конфликт, скандал. То бишь Русь начала разваливаться изнутри, как это было неоднократно из истории России. Например, Российская империя распалась из-за внутренних политических причин, Советский Союз также распался из-за внутренних политических причин. Киевская Русь также распалась исключительно из-за внутренних политических причин. Чертов важный фактор. В тенденции усиления центробежных сил в Киевской Руси сыграли свою роль и города. В 11-12 веках происходит их рост, укрепление. Горожане проявляют интерес к получению экономической, политической независимости. Многие из городов становятся центрами земель, в городах которых, я имею в виду на Руси, существенную роль играла ветча, то бишь городское народное собрание, своего рода местные советы, и, безусловно, выражавшая идею децентрализации государства и независимости местной власти от Киева. К усилению центробежных тенденций вела в том числе и широкая практика наделение великим князем удельными землями своих наследников, сыновей. Многие из киевских князей были многодетными. Первый раздел киевских земель осуществил Владимир Красное Солнышко, сыновья которого уже в начале XI века вели бесконечный распри. К примеру говоря, Владимир I отвел своим 12 сыновьям уделы в разных русских землях. И к тому же князь Ярослав Мудрый разделил государство перед смертью между 5 сыновьями. Так поступали и другие князья в том числе. Пятый важный пункт, я считаю, пункт, который сыграл свою роль, и ослабление экономического значения торгового пути из варяг в греки. Вообще, в период крестовых походов 11-12 века торгово-транспортные пути переместились в Средиземное море. И основная роль в торговых связях Европы и Азии перешла к итальянским городам, таким как Венеция и прочее в этом духе. А в период 11-12 веков Киев утратил статус крупного международного торгового центра. Таким образом, феодальная раздробленность, наступившая в Киевской Руси в 12 веке, явилась объективным процессом в развитии феодального строя, которые пережили и страны Европы в тот период времени. Именно на этом этапе на Руси и в других странах формировались некрупные государственные образования. И только на следующем этапе человеческое общество от ранее феодальной организованности переходит к образованию крупных централизованных государств, ну, такие как Франция, Англия, Польша, Россия, Германия и прочее в этом духе. То есть через феодальную раздробленность, через два шага децентрализации назад или деглобализации, они делали потом 5-6 шагов к формированию центральных государств. Я просто привожу пример вот из истории. Да? У нас сейчас происходит тоже в мире деглобализация. Мир разделяется между собой. То есть мир делает два шага назад. Государства, страны, континенты. Для того, чтобы потом сделать
3-4 шага вперед к созданию мирового союза государств с единой фактически планетарной властью, с единым планетарным парламентом и прочее в этом духе. Посмотрите, насколько бурно развивалась история человечества. От маленьких городов-полисов все переросло в глобализм. Глобализм перерастает в децентрализацию. Децентрализация перерастает уже в будущее объединение планеты. Рано или поздно мы, господа, с вами перейдем к большому безвизовому мировому режиму. Особенно если забегать немножко наперед, как говорится, на, может быть, 2-3 века вперед, к нашим с вами далеким потомкам. Не исключено, что к тому периоду времени уже планета Земля будет не едина в своем колонизме. Вполне реально, что Луну потом колонизируют, а может быть и Марс. И там будут тоже появляться местные советы. Но это опять же вопрос будущего, причем не ближайшего, а, пожалуй, долгосрочного. Но я веду все к тому, что история повторяется. И вот пример Киевской Руси можно наложить на тот пример, что мы сейчас с вами наблюдаем воочию в мировой политике. Теперь я хотел бы с вами поговорить на тему экономического развития русских земель в 12-15 веках. К середине 12 века, когда завершился процесс перехода к феодальной раздробленности, на основе единой Киевской Руси возникло около 15 самостоятельных княжеств. Такие как Новгородская Русь, Владимирская Русь, Рязанская Русь, Киевская Русь, Черниговская Русь, Смоленская Русь и прочие в этом духе по списку. Наиболее крупными, оказывающими влияние на соседние с ними земли и княжества, были Владимирско-Суздальская и Ростово-Суздальская Русь, Галицко-Волынское княжество и Новгородская Русь. Число самостоятельных образований не было постоянным ввиду частых разделов или объединений. К середине 13 века насчитывалось около 50 княжеств и земель, а веку 14, ну плюс-минус на рубеже этого диапазона времени, их количество достигало 250. Эти княжества и земли не были связаны едиными законами, порядком наследования власти и общегосударственной властью. Русь представляла собой территориальную совокупность отдельных, самостоятельных и раздробленных частных феодальных владений. Проще говоря, разделяй и властвуй княжеских и боярских вотчин и зависимых в разной степени крестьянских хозяйств. На этом факторе формировалась крупная преступность в тот период времени, региональные военные конфликты за власть, влияние, торговые пути и прочее. То, что отображено в черных страницах нашей с вами истории. Так вот, господа, расширение феодального вотчинного земледелия, экономически основной, такого, экономической основы такого порядка, я бы сказал, могло явиться развитие частного феодального княжеского и боярского землевладения. Ну, присоединение к этим владениям земель общинников и установление их зависимости от феодала. Феодальная вотчина была основной формой и центром экономической и политической жизни страны. Особенностью землевладения феодалов были закрепление их собственности с политическими правами, обязательствами вассальной иерархической зависимости, а также захват общинных, частных земель означал также и признание их верховным владением князя. И появление верховного владельца не было лишь номинальным актом, господа. На эти земли накладывались податные обязательства. Владелец этих земель должен был выплачивать за них дань. Между тем, про сокращение черных земель, владения крестьян-общинников и расширение собственности князей, бояр в том числе. Бояре получали от князя, ну то бишь суверен, как это принято называть, часть доходов от земель, кормления или доход с государственных должностных бояр, ну так называемых чиновников, на текущий расклад, если быть точным. Военной опорой князя в то время была дружина, характер которой
в период феодальной разрубленности изменился, причем старшие дружинники или бояре оседали на земле. В этих условиях князь должен был набирать военных слуг, которые получали от князя землю за время несения службы. Ну, проще говоря, подкупали их так. Утверждалось условное землевладение, из которого возникала поместная форма владения землей, феодалом. И условное землевладение означало, что земля представлялась в обеспечении службы. Росло церковное и монастырское землевладение. Крестьяне-общинщики, прежние владельцы черных земель, их называли черносошные, подчеркиваю, становились зависимыми держателями владельческой земли. И причем по сравнению с частновладельческими крестьянами, черносошные крестьяны имели большую хозяйственную самостоятельность. Иногда они могли продавать свои земельные участки. В дальнейшем государство стало жестко эту практику пресекать. Причем в XII веке часть крестьян начала терять не только черные земли, но и хозяйственную самостоятельность и личную свободу. Примерно говоря, в 13-14 веках крестьяне еще сохраняли за собой право перехода при уплате ссуды и выполнение своих обязательств к другому владельцу земли. Но в процессе складывания централизованного государства укрепляется отношение к черным землям, как к государевым. Двояко, очень двояко. Причем к 13-14 векам развитие вотчинного землевладения за крепосошные массы крестьян свидетельствует о том, что феодальные отношения стали решающими. Экономической основой этих отношений выступает землевладение и землевладельческое княжество, основанное на использовании труда зависимых крестьян. Причем собственник, феодал, выступал государем над всем населением, живущим на его вотчинных землях. Он осуществлял управление и совершал суд над теми жителями, что там обитали. И причем основу зависимых крепостнических отношений непосредственного производителя крестьянина, проще говоря, к владельцу земли, то есть феодалу, составляет экономическое принуждение в форме задолженности, нехватки крестьянину земли, а также внеэкономическое принуждение в виде прикрепления крестьянина к земле, прописки, проще говоря, превращая его в крепостного. И знаете, вот помимо частновладельческой вотчины существовало княжеское или дворцовое землевладение и хозяйство. Причем удельный князь расширял свои вотчинные владения как силой, так и покупкой земли, ну, то бишь войной, так и дипломатией, бизнесом так называемым. И выкупал он у разоряющихся владельцев этих земель, вот их же земли. Так Иван I Калиту смог завещать своим детям уже 54 села. Василий Темный 125 сел. Были распространены следующие виды вотчин: княжеские, родовые, купленные и пожалованные. Церкви, монастыри расширяли свои владения за счет дарения им князьями и боярами сел и земель покупки, а также захвата земель силой, военным путем. Так, к примеру говоря, в XIV веке крупнейшими землевладельцами стали монастыри, то бишь Троицко-Сергиев Лавра, имеется в виду Сергиев Посад, город есть такой в Подмосковье, Кириллов, Соловецкий на островах в Белом море, и земли за церквями и монастырями закреплялись навсегда. Причем, подчеркиваем, феодал, владевший собственностью на землю и правом на труд крестьянина, использовал различные формы эксплуатации. Карл Маркс в гробу уже 5 раз успел перевернуться за то время, что я вам сейчас озвучил. Зачитал тот сценарий, который я вам заготавливал несколько дней. Но подчеркиваю, на основной форме была феодальная рента. В различных формах: отработочная, натуральная, то есть продуктовая, и денежная. В период феодальной раздробленности, отмечу, господа, значение продуктовой ренты возросло в большей мере, чем отработанной, что стимулировало рост производительности труда как таковой. Но, внимание, этот фактор указывал на то, что крестьяне, принадлежавшие
монастырям, помимо продуктового оброка, обязаны были строить церковь, хоромы, огораживать монастырь и его двор, пахать пашню игумена, сеять, жать, запасать сено, ухаживать за садом, прудить и прочие все эти бытовые моменты делать, не буду дальше перечислять. В общем и целом, в 15 веке с ростом поместной формы землевладения происходило усиление барщины. Часть владельческих крестьян платили ренту вотчиннику, помещику, монастырям, церквям, четвертое. Вот. А черносошные крестьяне платили ренту и подать государству. В общем, отжимали по полной мере деньги со всех, кто населял те стельные земли бывшей Руси. Причем, в период феодальной раздробленности на Руси не существовало единой окладной податной единицы. Каждое княжество имело свои особенности. Оклады производились по сохам, людям и по силе количеству труда. Кроме того, отдельные группы феодального крестьянства облагались податями не одинаково. Например, половинники государственных податей или не платили, или платили их в уменьшенном размере. Причем феодальный город, как торгово-промышленный центр развития ремесла, феодальные отношения развивались и в ремесленном производстве, в том числе, примером, владельцем города в 11-12 веках был в основном феодал-вотчинник. А ремесленники, торговцы и крестьяне, жившие в городе, являлись его крепостными и занимались переработкой продукции сельского хозяйства или каким-то иным ремеслом. Примеру говоря, феодальный город на Руси в 11-15 веках представлял собой укрепленное село, имеющее военно-стратегический запас, военно-стратегическое значение, со слабо развитыми промышленными отраслями и населением, большей частью занятым сельскохозяйственным трудом. Если в Западной Европе уже в 12-13 годах город обрел независимость и стал промышленным центром, то в России, точнее, в предроссийское время, имеется в виду, перед становлением русского царства, на раздробленной Руси города становятся промышленными центрами намного позже. В России они стали промцентрами только в 16-17 веках, то есть на несколько веков позже, чем это было на территории Европы. Причем на раннем этапе развития города прошли не одинаковый путь. Можно назвать три формы возникновения и развития феодального города. Города – резиденции князей, города как торговые пункты и города – вотчины, в которых селилось свободное и зависимое население от феодалов, назовем их так. Третий путь прошли многие города на Руси. Общественное разделение труда, заложенное в хозяйственной деятельности города, постепенно изменяло экономику и социальную структуру города. Причем вотчинное хозяйство втягивалось в производственные отношения города, сельскохозяйственная продукция вотчины сбывалась в городе, одновременно продукцию ремесленного производства получала вотчина. Так сформировался феодальный город, как торгово-промышленный центр, постепенно отделяющийся от вотчины как таковой. Пример говоря, такие города, как Новгород, Смоленск, Псков, Суздаль, Владимир, Ярославль, стали быстро развиваться, застраиваться, селяться ремесленниками, превращаясь в более или менее крупные города. Одним из новых ремесел, между прочим, получивших развитие со времен второй половины 13 века, стало каменно-строительное, связанное с возведением церквей и монастырей дело. И особенно быстро развивался этот вид ремесла с началом строительства каменных стен вокруг Кремля различных крупных городов. Оборонительное сооружение имеется в виду. Развивалась также стекольная промышленность, иконописный промысел. Пример говоря, в 12-15 веках приобретает широкое распространение обработка металла, изготовление оружия, кольчуг, панцири, сетки, домашние утвари, сельхозорудий, и появляются первые артиллерийские оружия. Налаживается фактически чеканка монет, производство бумаги, возникают мастерские по книгоизданию. И большим спросом пользовались изделия гончаров, кожевников,
плотников, древоделов, бондарей, ткачей, шапочников и прочего. Ну, короче говоря, экономика начала при раздробленной Руси в определенных княжествах развиваться. Например говоря, во второй половине 14 века в связи с возросшими военными потребностями начался подъем ремесленного производства, особенно металлообработки. К тому времени относятся и процессы специализации, например, в строительном деле, так в Москве, Пскове и других городах насчитывалось около 60-70 ремесленных профессий, и высоким мастерством отличались московские ремесленники, то есть бронники, кузнецы. А в Москве селились не только свободные ремесленники, но и казенные. Причем московские власти привлекали квалифицированных ремесленников из других городов, ну, например, из Пскова, Новгорода, Ярославля, Владимира, и формировались промышленные районы, такие как Тула и прочее в этом духе. Причем, вот обращаю внимание, внутренняя и внешняя торговля в период феодальной раздробленности и монголо-татарского ига, в этот период времени, когда земли Руси были в составе этой империи, играла все-таки важную роль товарно-денежных отношений между княжествами. Она была очень велика. Выплата татарам в виде дани, больших денежных средств и продуктов тормозила рост торговли, но не могла приостановить торговлю как таковую, которая, честно, существовала и развивалась, прежде всего, внутри городов и деревень. На местные городские торги вывозили продукт сельского хозяйства, ну, такие как зерна, мука, овощи, коров, лошадей, овец, птицу, рыбы, мед, воск, ладан, сено, дрова, соль, золу, деготь и изделия ремесленного производства, такие как сукно, обувь, мех, хомут, шапки, оружие и прочее, и предметы домашнего обихода. Так вот, в 13-14 веках развивалась торговля не только между ближайшими городами и селами, но и территориями, отдельно взят. Ну, например, из Новгорода товары доходили до Твери, Суздаля, Москвы и так далее. В торговом обмене между городами и областями важно... важное место все-таки занимала соль, которая вывозилась из Крыма, Галицкой земли, Заволжья, с мест поселения Коми-Пермяков, Укамы. И важным предметом ввоза из северной области Руси был хлеб. Возникали уездные рынки, крупными центрами торговли становилась Москва, Новгород, Белозеро, Тверь и Смоленск. Причем развитию торговых отношений мешали многочисленные внутренние таможенные пошлины, типа замет, то бишь привоз товара для продажи или денег для приобретения товара, явка, ну то бишь извещение о намерении торговать, также гостиная при найме помещения, вещи при взвешивании товара и так далее. Освобождаясь все-таки от внутренних пошлин, крупные монастыри, некоторые группы населения, отдельные феодалы имели вообще право взимать пошлину в свою пользу в своей вотчине. К примеру говоря, феодально раздробленной страны монголо-татарского ига, перенесшие торговые пути на Средиземное море, внесли изменения и во внешнюю торговлю Руси. Расширялась внешняя торговля Руси с западными державами Европы, такие как Франция, Северная Германия, Дания, Швеция, Польша, Чехия, Болгария. Русские купцы возили традиционный товар, то есть меха, мед, воск в Европу и возили в основном предметы роскоши, драгоценные металлы, камни, шелк, вина, ремесленные изделия в том числе. И причем формировались объединения купцов, коммуны, коммерческие коммуны, я по-другому не могу назвать. Они специализировались на торговле с отдельными странами. Так, Ивановское 100, объединившее новгородских купцов, осуществляло торговлю с гандейскими городами. Московские гости-сурожане вели торговлю с Крымом. Среди купечества выделялась верхушка, так называемые гости, богатые купцы-ростовщики, которые выдавали суды князьям, феодалам и путем ростовщичества подчиняли себе мелких купцов, ну, то бишь торговцев имеется в виду. И в период феодальной раздробленности сократились обращение металлических денег и, как таковая, чеканка.
Однако Новгород, добывавший серебро в уральских рудниках, пользовался серебром в слитках во внешней торговле. Выпуск серебряных монет начал именно Новгород, где был основан монетный двор. И в Москве чеканка монет начинается с 14 века при князе Дмитрии Донском. Возникает русская денежная система и денежная металлическая единица, как таковой рубль и копейка. Крупнейшие русские земли и их хозяйственные особенности могу характеризовать следующим образом. В эпоху раздробленности хозяйственное развитие различных русских земель было, мягко говоря, своеобразным. Очень мягко говоря, своеобразным. Наиболее крупные княжества после распада Киевской Руси были Владимир-Суздальская и Галицко-Волынская и новгородские земли. Причем Владимирско-Суздальское княжество занимало территорию между реками Окой и Волгой. В районе городов Ростова, Суздаль сложилось крупное боярское землевладение. В городах Владимире, Переславле, Юрьеве и других сосредоточились служливые боярства, ремесленники, торговцы. Ну, например говоря, в 1147 году впервые в письменных источниках была упомянута Москва. Будущий центр объединения русских земель, ну, потом столица Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации как таковой. Вот. И подъему экономики и росту влияния княжеств на общегосударственный интерес способствовало перемещение масс населения из южных пограничных со степью территорий в поисках защиты от нападения кочевых племен и благоприятные условия для ведения сельского хозяйства и занятий ремеслом. К примеру говоря, в лесных районах осуществлялась расчистка площадей под пашни. Первым правителем Владимиро-Суздальского княжества в эпоху политической раздробленности был Юрий Долгорукий. И он стремился расширить территорию княжества, ему, а затем Андрею Боголюбскому, Всеволоду Большое Гнездо, удалось сломить сепаратизм старого боярства. Ну, короче говоря, перебить всех. Уже в конце 12 века земля северо-восточной Руси получила название Великого княжества Владимирского. И причем развитие сельскохозяйственного, ремесленного производства, строительства как такового, активная политика Владимиро-Суздальских, а затем московских князей обеспечили рост влияния северо-восточной земли на политику Рязани, Пскова, Великого Новгорода и других русских земель. Однако, подчеркиваю, в конце 30-х годов 13 века процесс экономического подъема был прерван монгольско-татарским завоеванием. Галицко-Волынское княжество располагалось на территории от земель прусов и литовцев до Дуная, от Побужья до Закарпатья. Это был край с плодородными землями, благоприятным климатом, обширными лесными массивами и многочисленными городами, типа Галич, Перемышль, Червень, Львов, Владимир-Волынский и так далее. Могущество княжеств достигло при Ярославе I. В 1199 году князь Роман Мстиславич объединил Галицкую и Волынскую земли, тем самым возникло одно из крупнейших государств Европы с сильной великокняжеской властью. Вообще характерная особенность Галицко-Волынского княжества – это развитие крупного боярского землевладения, а выгодное географическое положение позволяло установить водный путь из Черного моря в Балтийское. Это способствовало развитию торговли Силезии, Чехии, Моравии, Польшей и немецкими городами в том числе. В 1240 году Галицко-Волынское княжество подверглось монгольско-татарскому нашествию. Спустя 100 лет Галицко-Волынское княжество оказалось в составе Польши, Галич и Литвы, Волынь. Причем новгородская земля занимала территорию от берегов Нарвы до Урала, от побережья Баренцева моря до верховья Волги. И к Новгороду относились населенные карелами и другими народностями земли, Ижорское, Карельское, Кольский полуостров и тому подобное. Но в 1136 году произошло обособление от русских земель Новгорода, ставшего к тому времени все-таки
мягко говоря, феодальной землей. Республикой это назвать сложно. Потому что нам в истории озвучат, что якобы Новгород был республика, но республиканской формы правления как таковой там не было. И даже в зачатке ее не было. Поэтому можно назвать ее Новгородская феодальная земля. Власть формально принадлежала народному собранию, то бишь вечам. И однако подлинными хозяевами были бояре, которые верховодили на вече, добиваясь через многочисленных сторонников решения вопросов в свою пользу. И причем в неблагоприятные годы Новгород возил зерно из соседних княжеств. И природные условия позволяли развивать животноводство, и скотоводством занимались не только сельские жители, но и горожане. Феодал взимал с крестьян оброк в виде доли 1/4, 1/2 с урожая, с крестьянского надела. И фактически достигло небывалого рассвета ремесленное производство. Специализация ремесленников была чрезвычайно широкой. Гончары, кузнецы, плотники, сапожники, стеклодувы, щетинники, ювелиры, котельники и так далее по списку. Часть городских ремесленников уже в 11-13 веках работала для рынка. Вот. А другая по-прежнему изготавливала продукцию на заказ. И Новгород был связан торговыми отношениями со всеми русскими землями. И причем Новгород играл важную роль в международных экономических и политических отношениях. Причем устанавливал крупную торговлю и с той же самой Данией, Швецией, ганзейскими городами. Если на Руси в целом внешней торговлей занимались представители господствующего класса, то в Новгороде рано сформировался слой купцов-профессионалов, которые держали внешнюю торговлю в своих руках. Так вот, мы с вами переходим плавно к очень важной, но, подчеркиваю, финальной теме нашего видеоролика. Монголо-татарское иго и объединение русских земель вокруг Москвы. Монголо-татарское иго, нашествие, так называемое, его последствия, несмотря на то, что феодальные отношения на Руси развивались поступательно и существовали факторы, способствующие объединению, единый язык, единая вера, единые исторические корни, начиная с Киевской Руси, признаки народности, необходимая защита от внешних врагов и так далее, это политически сплачивало земли Руси. Период феодальной раздробленности, политическая и экономическая раздробленность в 13 веке достигала наивысшей степени. Это ослабляло силы страны. Она не могла противостоять татаро-монгольскому нашествию как таковому. И причем подчеркиваю, что нашествие и установившееся иго оказали огромное воздействие на дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие русских земель. Например говоря, разрушили производственные силы, затормозили исторический процесс. Многочисленные источники указывают на то, что колоссальные разрушения и массовое уничтожение людских и материальных ресурсов были катастрофически высокими. Соответственно, из 74 русских городов в 12-13 веках 49 были разорены. Вот. 14 из них были полностью стерты с лица истории. Их перебили. А 15 городов превратились тупо в села из-за большого оттока населения, людского ресурса этих регионов. И что надо понимать, что был нанесен тяжелейший удар по сельскому хозяйству, ремесленному производству, в том числе гибель многих ремесленников, передающих из поколения в поколение секреты мастерства, привели к чему? К тому, что исчезли некоторые отрасли ремесла и ремесленные профессии, причем приостановилось каменное строительство, погибли памятники культуры, были прерваны торговые отношения Руси со странами как Востока, так и Запада, еще более обособились русские земли. Соответственно, резко замедлилось развитие страны, становление капиталистических отношений как таковых. И Русь, хотя и стала вассалом Золотой Орды, но сохранила местные органы управления и свою культуру. И на Великое княжение необходимо было получить ярлык, то есть утверждение в Орде, и он являлся знаком поддержки ханом за занятие князем того или иного стола. Монголо-татарские чиновники в период 1246 года провели перепись населения Руси, что в свою очередь означало юридическое оформление ордынского ига. Затем переписи производились также с 1255 по 1256 годы. Вот. И
57-58 годы, а также в 1276 году. И население подверглось жесткому угнетению, выплачивая Золотой Орде дани, различные ордынские тягости. Причем главной из них была царева дань, или выход, то бишь собираемая с двора хозяина дань. Проще говоря, дань. По-другому не назовешь ее. Только московские и новгородские выходы составляли 7-8,5 тысяч рублей серебром в год. В 14-15 веках дань представила собой фиксированную сумму. Причем в конце 13-го, начале 14 веков русские земли подверглись нашествию, стали оправляться от разорения. Осваивались более продуктивно двух-трехполые системы. Началось удобрение полей, возросло значение животноводства. Причем формирование служило дворянству и крепостного права. К примеру говоря, восстановление города как такового, туда заселялись ремесленники, торговцы. Основные новые города часто сталкивались с тем, что они становились столицами княжеств, крупными ремесленными и торговыми центрами. Причем значительно возросло материальное производство, то есть развивались товарно-денежные отношения, складывались поместные системы землевладения из прежних удельных князей вотчинского боярства, перешедшего на службу великому князю, представлявший низших слоев дворцовых слуг, беглых людей, а также выходцев из Литвы, Польши, Золотой Орды. Формировалось новое сословие – служливое дворянство, так называемое. И именно оно стало за объединение русских земель в единое уже русское царство. Но об этом чуть позже. Поэтому Московское княжество – это политический и экономический центр русских земель во второй половине 13 века. Москва стала крупным торговым и ремесленным городом, а к середине таки 14 века на территорию к северу от Москвы появилось много сел и деревень. То есть начался приток населения с других княжеств в том числе. Москва выдвигается как собиратель земель русских. Этому благоприятствовали не только объективные факторы, типа географического формата, приток населения, наличие торговых путей, формирование признаков русской народности, но и субъективный фактор, активная умелая политика московских князей. Вот Иван Калита получил от Орды ярлык на Великое княжение в 1328 году и не упускал его до конца жизни. Он значительно расширил территорию Московского княжества от Орды. Он также получил право самому собирать дань со всех великих и удельных княжеств. А основным позитивом, следствием этого права, стали установление финансово-экономической зависимости русских княжеств от Москвы и формирование на этой почве экономического и внешнеполитического союза русских князей. И самолично ведя расчеты с Ордой, Иван Калита ставил в зависимость от себя других князей. То бишь он пользовался тем, что Монгольская империя начала ослабевать в тот период времени, как это было с Римской империей, о чем я повествовал в начале этого видеоролика. И Монгольская империя только развивала свой политический центр, забивая на периферии полностью. А периферия формировала региональную экономику, которая потом приводила к суверенитету, экономическому и политическому. Поэтому любая империя фактически сталкивается с теми проблемами, с которыми другие империи, уже отпетые в истории, сталкивались в свое время, в свою эпоху. Вот. И Калита поднимал могущество Московского княжества, и к концу правления в нем было 97 городов и сел, которые успешно развивались и развивали прочие ремесла. При нем Московское княжество стало крупнейшим экономическим и политическим центром северо-восточной Руси. Оно превратилось в центр будущего русского централизованного государства под названием Русское царство, под названием Российская империя, под названием Союз Советских Социалистических Республик и под названием Российская Федерация. И оспаривать это право у Москвы было уже в то время при Иване Калите трудно, потому что он вокруг себя собрал князей, собрал экономику, а имея экономическое влияние, как я вам говорю, господа и дамы, он формировал независимую политику. И политика привела к сепаратизму. Все. Вот, проще говоря, сепаратизмом пользовалось, пользуется, чем княжество,
в тот период, когда Монгольская империя окончательно ослабела, но об этом, господа, в другом видеоролике я вам повествую. То есть эпоху независимости русского фактически царства от татаро-монгольского нашествия. Поэтому резюмирую, господа, успехи в экономическом и политическом развитии Московского княжества были использованы князем Дмитрием, прозванным в дальнейшем Донским. Дмитрием Донским. Он вступил в открытую борьбу с Золотой Ордой, и в 1378 году монголо-татары были разбиты объединенными русскими войсками на реке Вожа, ну, при то какие. С этого времени борьба против Орды приняла характер организованных военных сражений. Другая блестящая победа русских войск во главе с Дмитрием была одержана 8 сентября 1380 года на Куликовском поле, в результате которой Москва из главных городов Северо-Восточной Руси стала признанной национальной столицей, объединяющей вокруг себя другие русские земли. Фактически для многих западноевропейских стран в социально-экономической и политическом процессах складывания единой государственности под названием Русь имела ряд особенностей. Феодальная раздробленность, тяжелейшие последствия монголо-татарского нашествия, замедлившие, в свою очередь, экономическое развитие России, ну, по факту, Руси того времени. Тогда еще России не было, была Русь. Раздробленная Русь в виде основ политического гегемона, в виде Московского княжества. Ускорение объединительного процесса необходимостью борьбы против внешних врагов и монгольского ига, и первоначальное преодоление политической, а не экономической разобщенности страны. На этом все. Я вам, господа, рекомендую подписаться на все наши медиаисточники, телеграм-каналы «Пункт» про рынок акций, про сырьевой рынок, про облигации, про банковский сектор, а также ВКонтакт-группу «Яндекс.Дзен», а также я настаиваю на то, чтобы вы вступили в наш клуб трейдеров. Также у нас вся возможная информация публикуется в клубе, которая там остается и которая на публичное обозрение не выносится. Помните, что история важнее всего. Макроэкономика – это мать всея матерей даже над политикой. И главное, помните, что мы все обречены на прибыль, будучи трейдерами на этом экономическом поприще. Лишь время и грамотная стратегия – наши с вами главные союзники. На этом все. Всего вам доброго и до свидания.